Приветствую вас на моем канале. Сегодня я показываю игрушки из киндера, те, которые мы решили оставить. Это животные, которые, на наш взгляд, интересные, с которыми можно поиграться, подвигать их тут. Что-то с ними придумать, какие-то игры, истории. У них есть какие-то свои интересные функции. Кто-то вот ротик открывает, когда хвостик двигается. Да, малыши. Интересно? Малышам интересно очень. А есть животные, которые интересно висят и качаются. Да, тут горилла. Так вот она качается. Опа, опа. И переворачивается. Опа. Опа. Здесь просто красивые животные, да, мы оставили. Есть такая красивая черепашка. Водное. И животные, которые интересно скачут на колесиках. Нет, они едут, если их вести. Вот они такие скачущие. Вот такие.